Впереди новый учебный год. Самое время сверить часы, определить главные цели. В Везняковском районе прошел традиционный расширенный педсовет. Наиболее отличившиеся педагоги получили грамоты и благодарственные письма законодательного собрания Владимирской области. Подробности в сюжете. На августовский педсовет съехались более 500 учителей и педагогов дополнительного образования со всех уголков Везняковского района. Все они полны сил и творческой энергии, ждут новой встречи с учениками. Я работаю уже 26 лет, и каждый год он как первый раз. 1 сентября, всегда радостный праздник, соскучилась по своим детям, которых не видела 2 месяца. 1 месяц мы работали, поэтому были вместе. По всем скучаю, естественно, скучаю по работе. Встретиться с педагогами приехал спикер областного парламента Владимир Киселев. Сегодня в регионе ведется большая работа по развитию системы образования. Практически решена проблема обеспечения детей местами в детских садах, в то время как еще 5 лет назад этот вопрос стоял очень остро. За последних 4 года построено 12 новых садиков и 150 отремонтировано и реконструировано. Начиная с 2013 года открылось 5 новых школ, строится еще 3. Для сельских ребятишек закупаются школьные автобусы, оснащаются кабинеты, большое внимание уделяется развитию детского спорта. Задача номер 1 – решение кадровой проблемы. Мы сегодня поблагодарили наших педагогов за их очень большой, очень важный всей нашей стране, Владимирской области, безусловно, Везняковскому району труд, потому что наши уважаемые учителя, они не только обучают наших детей, не только передают им знания, они на самом деле передают частичку себя, своей души. И вообще, наверное, вот именно душой школ, душой образования являются сами педагоги. И сегодня мы очень рады, что приходят новые педагоги. Сегодня мы уже, так скажем, приняли в коллектив учителей, в коллектив педагогов Везняковского района 5 новых молодых педагогов, которые не только пришли сами, но одна девочка даже привела с собой вместе мужа. Мы говорим большое спасибо нашим ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили делу служения детям, делу служения нашему народу и воспитали огромное, большое количество поколений людей, жителей Везняковского района, которые сегодня работают во всех уголках нашей необъятной страны. Владимир Киселев тепло поздравил учителей с приближающимся началом нового учебного года, а наиболее отличившимся вручил грамоты и благодарственные письма законодательного собрания.